Привет из Барнаула. Мои дорогие, здравствуйте. Вот она осень. Везде листики. Вся клумбочка в листиках засыпанная. Всем большой привет. Юра... Пойдем поливать. Да, Юра пошел поливать деревья. Вот это здесь все листья липы. Разлетелись кругом листья липы. Недавно ее показывала. Вот она уже какая реденькая стала. А рядом, которая была зеленая, стала желтой. А здесь внизу ковер из ее листьев. Все. Все усыпано листьями. Юрочка поливает яблоньку. О. Литров 200 или 150 надо вырезать будет. Ногой. Все в ход идет. И ноги, и руки. Все подряд. Вот такую большую ветку пришлось спилить с яблоньки. Потому что сильно она ее наклонила. Вот такую сильно большую веточку пришлось спилить. Зато теперь будет расти ровненько. Вот она яблонька теперь. Пусть разрастается. А здесь мультифлора. Вот, зацветает желтая. Юра за веточками там поливает. Лей-лей, не жалей. Ну да. Вода вон как это. Прорву, а журчит слышно. Да, земля очень сухая. В недра уходит. Мульчи тут ложила всю, съели, червячки утащили, и вообще почти от мульчи ничего не осталось. Вот эти мультифлоры, не знаю, успеют зацвести, нет. Это вот бордовая, в прошлом году она успела зацвести. Желтая. Здесь, значит, вот что в тени, там желтая уже цветет, а здесь... Здесь даже не знаю, какая, тоже, наверное, сиреневая. А эта корейская хризантемка уже цветет тут. Тоже позже, чем там у меня во дворе. Еще только-только зацвела. В этой даже цветочков не видать, даже не знаю. Не видно никакой завязи тут. Очень широкие листья. Даже не знаю, что это у меня за хризантемы. Ну и эти тоже. Вот их тут получается целый ряд. Вот они. И цветет только одна желтая. А эти, не знаю, успеют, нет. Вот какая хризантемка. Как компактно зацвела такая вся. Один кустик. Очень красиво смотрится. Одна веточка только в сторону ушла. Так, весь кустик в кучке. Юрочка потащил бочку, чтобы наливать и оттуда выплескивать. Это тяжело ведрами таскать. А здесь желтая мультифлора уже даже отцветает. И вот такая розовенькая зацвела. Она у меня все-таки вымерзла, один куст. Вот в этом месте росла, и следа нету. А зато беленькая, похоже, сохранилась моя, которая думала, что я ее потеряла. Вот она только-только зацветает. Вот эту хризантему 10 лет назад я взяла с букета моей племянницы. Ей подарили, я взяла веточку и посадила. В домашних условиях она растет очень крупная. Я ее обязательно заберу домой. Потом дома вы увидите. Она очень красивая. Здесь она все-таки мелкая на улице. Но то, что она сохранилась, это прямо чудо. Потому что в прошлом году она у меня не цвела. Ее было очень много у меня. Но она вся вымерзла. И оказывается, этот кустик сохранился. Этот кустик у меня был дома.
Я его посадила в прошлом году из дому. И вот он здесь у меня зимовал. Я думала, он вымерз, ничего не было. Поэтому рядом посадила, даже умудрилась георгин. Вот здесь он у меня растет. А она все-таки вышла из земли. И вот меня порадовала. Дома она растет просто шикарная. Розы не перестают цвести. Прямо шапочкой. А здесь вот хризантемки зацвели. Там под яблоней она только собирается цвести. Тут еще их два кустика получается. Я их всех возьму череночки снизу, заберу домой. В этом году зарекалась, что уже не буду домой брать, потому что возиться с ними дома тяжело. Они очень сильно разрастаются. И куда их девать? Хотя я беру всего лишь один маленький череночек снизу. Вот этот куст весь я оставляю. Беру маленький черенок, и с них очень-очень много потом с этого черенка получается кустиков. Он до весны разрастается очень сильно. Кто-то тут сидит, кушает мою хризантему. На маргаритку похоже. Розовая, а вообще она белая. Почему-то в этом году она розовая. Только потому, что моя только начала цвести. Здесь я все цветы уже убрала. Остались у меня только хризантемки. Все почистила. Чтобы они цвели, чтобы им побольше было света. И вот это открывается. Это сохранилось. У меня единственный кустик тоже. Она такая простенькая. Как ромашечка. Или как маргаритка тоже похожа. Но она очень яркая в начале. И она растет очень низенькая. Вот сейчас куст вырос побольше, чем обычно. Потому что он у меня дома стоял. Вот это я высадила здесь его весной. Вот он такой высокий. Это тоже мультифлора, по идее, должна быть. Вот он почему-то вот второй год вот так вырастает. Такая нежненькая розочка. Скоро заморозок. Кончилось бабье лето у нас. Сегодня воскресенье, 25 сентября. В среду уже передают ночью заморозки. Земля очень сухая, дождей нет. Вот такой вырос у меня перей. Почти весь заберу и немножко оставлю. Он бывает у нас зимует, бывает не зимует. Все зависит, какая будет зима. Есть стволы очень толстые, есть потоньше. Я его садила рассадой, но все, он уже желтеет. Оставшиеся я обрежу и засыплю побольше землей. Бывает призимовывает. Вот такое у нас воскресенье, мои дорогие. Поднялся ветер, и у нас здесь шумно. Поэтому я заканчиваю свое видео. Спасибо, мои дорогие, за внимание, что вы посмотрели это видео. До новых встреч. До свидания. Пока-пока.